ничего не вылетело, Петрович, все на месте осталось. И на маленькой задержке, кручу ручку, и маленькая задержка, и дела это уворачивали до конца, все на месте остается. Среди бела дня 180 операторов. Он даже не знает, что диплом представляет, какой, сколько очков набрал, сколько еще надо, может быть, достаточно. Он так тут участвует, например. Понятно. Значит, Анатолий, который с Новоорска еще 2 года будет усилитель ждать. Такими действиями, как я понял, он ему пофиг, он там что-то собрал, что-то сделал и давай другим делам заниматься. А и переживает, вот Слава сделал, вот Слава сделает, там чуть-чуть осталось. Это чуть-чуть еще 2 года будет длиться прям. Но сейчас у Славы такая пора, это совсем другое. Здесь он, похоже, не подходит только из-за того, что, наверное, с полями связано, например.
Ну все, поезд ушел, теперь здесь до другой зимы прям. Ну да, что-то уже совсем уходишь, как меня, был ничего. Так, ну ладненько, это какое-то каждое свое, как говорят. Дело время, почти сейчас, например. Да я понимаю, просто бы надо, говорит, чуть-чуть пораньше бы ему доделал бы усилитель, отдал бы Анатолий прям. Да не всегда так получается, да не надо помешать, что ли, например. Ты, конечно, конечно. Ну ладно, разберут сами, они там рядом, там они друг за дружкой, то у нас разнобой, а у них все хорошо прям. Пожарную не дождешься, не услышишь. Мало-помалу, вот этот вот, и вот этот вот ВПЗМ, мне он очень хорошо, я считаю, помог на время. Конечно. Этот вот сам хозяин. Времени установок и экстремент. Если где-то попросил пару раз, ты увидел, ну, увидел, услышал. Два попросил, услышал. На всякий тут точечные удары, просто таким, с такой дистанции там. Не, ну, как бы не то. Здесь на ходу ты видишь. Как, ох, будут бредить, ничего не скажешь, не дождешься ничего. Вот в онлайне все. Да неравносильно так и есть, почти, да. Так, понятно, то есть... Вот это последнее окончание фраз некоторых частот ловости звуков. Вот. Там еще не успевают открываться, они уже как. Вариант используется.